Вот репитер с Кривого Рога пошла тропа. А здесь Ульяна, Роман 3, Щука, Щука центральный. Так, принято. Давайте попробуем прямой канал. Если не получится, вернемся на 950. Прямой, ну, ой, что я такое говорю? 432-500. В общем, давайте, частота 432-500. Я там буду вызывать QSL. Так, здесь Ульяна, Роман 3, Щука, Щука центральный. Здесь Ульяна, Роман 3, Щука, Щука центр. Кривой Рог, где в этом? Жека, ты здесь, не? Да, УВ-5, Елена Любощука, Ульяна Радио 3, Щука, Елена Харитон, принимаете? Так я его принимал, прикинь. В прямом. Так, здесь Ульяна, Роман 3, Щука, Щука, центр. Кстати, на 950 я в прямом, ну, если так можно сказать, вас принимал. И довольно неплохо. А здесь почему-то пока не слышу. То есть можно как-нибудь, наверное, отстроиться на другую частоту. Если есть возможность, да, роличек заберите, запишите. Потом покажите мне там в YouTube. Я сейчас, кстати, тоже ролик пишу. И рапорт дайте, сколько там принимаете меня. Ну давай, знаешь что, смотри, 950 я его слышал, давай 940 пусть он подойдет, понял? 432, 940, окей? Да, сможете 432, 940 на эту частоту подойти? Саша, принял? Да, 975, окей. Здесь Ульяна, Роман 3, Щука, Щука центральный. Принимаете, Кривой Рог? О, шикарно, принимаю. Принимаете здесь УР-3, Щука, Щука центр? Да, УР-3, Щука, Щука центр. Принимаю 5-6-5-7. Отлично. Так, ролик записывайте, как там принимаете, чи не. Я записываю в данный час. Да, я могу ролик тоже записать. Можно сдвинуться на 433-500. Если у вас антенна на 433, то, думаю, там будет получше. Можливо, да. Как раз давайте и убедимся в этом. Смотрите, если там не получается связь, возвращаемся на 432-975, хорошо? Давайте на 433-500. Есть такая возможность? Абсолютно есть, да. Все, давайте, 433-500, я там. 433-950? Нет, 433-500, 500. Так, здесь Ульяна, Роман 3, Щука, Щука центральный, принимаете? Щука, Щука центр, сейчас намного лучше, намного лучше. Ага, так, Евгений Харитон, ты здесь? Да, а вот я тебе хуже, ты сейчас...
антенна лучше на главном направлении стреляет. Ну и слава богу, это хорошо. Либо у нашего товарища с Кривого Рога антенна лучше работает здесь, понял? Может быть, может быть. И ролик снимаю, если что, могу отправить. Отправьте, да. Так. Вы, а куда отправите? На деревню к бабушке? Да, найду. Так, ну вы канал мой дивитесь, чи ні? Да, вроде есть. Ну, называется UR3QQC. Тоді знаете, что зробимо. А вообще, а вы в Фейсбуке есть? Есть. Отлично. Введите там фамилия Александр Карабанов. Александр Карабанов. Там есть две страницы. И та активная, но сейчас я сижу на той, которая по-английски написана. Ну, можете по-русски ввести. И в друзья там попроситесь, подружимся с вами, QSL. QSL, у нас общий знакомый есть, Щука-Щука, краткий Иван. Ну, все отлично. В общем-то, да, все. В друзья добавляйтесь, и мне тогда ссылочку киданете на ролик. Так, все. Значит, это Кривой Рог, QSL отбылось. Сейчас я вырубаю видео, так, все.